Здравствуйте! Сегодня я готовлю рассольник с рисом. Рассольник является одним из самых распространенных русских блюд. Для своего рассольника я взяла говядину на косточке. Варим бульон 1 час. На кастрюле 2,5 литра нам нужны такие продукты. 4 картофеля, рис 100 грамм, 3-4 соленых огурчика, 3 столовых ложки томата, морковь, лук, растительное масло, зелень, соль, перец, лавровый лист. Картофель очищаем и нарезаем кубиками. Рис промываем холодной водой. Добавляем готовый бульон, рис и картофель. Варим на протяжении 20 минут. Нарезаем мелко лук. Морковь натираем на крупной терке. На растительном масле обжариваем лук до золотистого цвета. Кладем морковь, добавляем томатную пасту и тушим 5 минут. Нарезаем огурчики кубиками. Добавляем в суп огурцы, пассировку. Соль, перец, лавровый лист и доводим до кипения. Подаем рассольник с зеленью и сметаной. Приятного аппетита!